Сегодня ты путешественник во времени, а завтра суперагент под прикрытием. Королевский квест знает, как развлечь своих гостей. Для тех, кому не мил отдых на диване, компания приготовила приключенческие игры. В их сюжетах разбиралась Дарья Борисова. 3, 2, 1! Путешествие во времени начинается. Люберецкий портал в прошлое расположился за вывеской «Королевский квест». Игровых дел мастера пригласили искателей приключений отправиться в прошлый век, туда, где разворачиваются события киноленты «Назад в будущее». Ее сюжет лег в основу одноименного квеста. Я смотрел фильм, и мне он очень понравился. И там были доктор и его помощник, и я их узнал в этом квесте. Марти и доктор Браун помогут разгадать загадки квеста, их немало. Приключение длиною в час заставит поломать голову и провести мозговой штурм. Правильные ответы заведут машину времени, которая с ветерком домчит до наших дней. О, кажется, мы путешествуем во времени. Ребята, держитесь за парня, который сидит. «Назад в будущее» – одна из 6 игр «Королевского квеста». Для неслабонервных компания приготовила 2 хоррор-сюжета – «Остаться в живых» и «Книга смерти». «Подземелье чародея» – история для тех, кого завораживают фэнтезийные миры. Игра по мотивам популярной игры «Майнкрафт» – лидер по версии самых юных гостей квест-рума. А шпионская новинка «Агент 007» угодит тем, кто постарше. Там разнообразные задания, там нужно преодолеть лазеры, там где-то нужно пострелять. И это интересно взрослым, потому что при этом еще нужно разгадать сложные загадки. Пока гости квест-рума ведут лазерные бои, для них готовят новинки. Вот-вот выйдет игра по мотивам второй части фильма «Назад в будущее». Следить за изменениями в репертуаре «Королевского квеста» можно на сайте. Его адрес вы сейчас видите на экране. Здесь же можно выбрать и забронировать любой из действующих квестов. Дарья Борисова, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.